На канале «Домашний» состоится премьера четырехсерийной мелодрамы украинского производства «Наследство». В центре сюжета сериала нежная и скромная Татьяна, которая счастливо жила с мужем-бизнесменом Олегом. Однажды Олег внезапно погиб, он упал с крыши. А к Тане домой заявились молодая беременная вдова Олега с претензией на наследство. Карина – активная и боевая девица из провинции со штампом о браке в паспорте. Да еще и некий бандит Толик Живодер тоже претендует на дом по долговой расписке, которую оставил Олег. Таня решает бороться за свое имущество, а заодно узнать, кто стоит за смертью мужа. Для этого ей предстоит помириться с Кариной. Кто победит, законная жена или нахальная любовница? Кто и зачем убил Олега? И смогут ли обе женщины объединиться, чтобы спасти свое наследство? Главные роли в сериале исполнят Ольга Гришина, Артемий Егоров, Сергей Комаровский, Екатерина Вайвала и другие. Премьера четырехсерийной мелодрамы «Наследство» состоится 8 марта на канале «Домашний». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.